это уже Dreamcast. Игра под названием Gauntlet Legends. По жанру это сильно упрощенная, совершенно аркадная игра с легкими элементами RPG. Вы выбираете одного из героев, например, мага или гнома, и отправляетесь в путешествие по населенным врагами трехмерным уровнем. Игровой процесс тут не сильно отличается от того же Диабло. Только не ждите безумного количества разнообразной брони, кучи оружия и магических артефактов, которыми так любят баловаться многие игроки. Здесь все просто. К сожалению, не только просто, но и не очень впечатляюще графически. Мало того, игра относительно коротка, потому что перед нами порт не самого нового и не самого модного аркадного автомата.